сада пиона молочно-цветкового Армани с бесподобными темно-бордовыми бутонами никогда не утратит свою популярность. Цветки у этого сорта махровые, а дополнительного объема им добавляют волнистые края многочисленных лепестков с атласной поверхностью. Прочные стебли делают его пригодным для срезки. Семена пиона молочно-цветкового Армани прорастают очень сложно, поэтому размножать сорт рекомендуется вегетативно. Куст взрослого растения роскошный, с темно-зелеными листьями, которые очень долго сохраняют свою декоративность. Подходит для групповых посадок. Пион молочноцветковый Армани – это травянистый высотой от 100 до 110 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка рубиново-красный, бордовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 14 до 20 см. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва бордовая. Пион молочноцветковый Армани создал химский квас Plantain Pioneers.